это очень важное, на самом деле, соглашение. Оно не рамочное, оно действительно серьезное, продуманное, потому что там все поэтапная реализация четкой программы развития вида спорта бокс в Белгородской области. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы все вместе, единая команда, Федерация бокса России, Федерация бокса Белгородской области и Министерство спорта Белгородской области. Все вместе мы даже в это непростое время по-прежнему открываем новые залы. Не останавливается тренировочный процесс, происходят соревнования. Дети наши, боксеры, у нас и сейчас они находятся на базе «Лесная опушка». И в сложные времена, в феврале, в марте, в апреле, и сейчас детки-боксеры проходят свои сборы и даже образовательный заочный процесс на наших боксерских базах. Это все очень важно. Мощная поддержка. Бокс – базовый вид спорта в нашем регионе и, наверное, один из самых популярных, потому что у нас 22 муниципальных образования, которые составляют нашу Белгородскую область, и бокс есть в каждом из них. И на самом деле очень мало федераций, которые могут похвастаться такой географией. Подписание этого соглашения, оно просто, наверное, точно так же, как вот систематизирует, да, потому что у нас великолепные отношения со Всероссийской Федерацией, мы очень благодарны Татьяне Анатольевне за поддержку Белгородской области. Поэтому сегодня это очень важный день, день бокса, день спорта на ВДНХ. Поэтому дальше только лучше.